Όταν είμαι 46 χρόνια. Όλα σε όλια γεν, στα ζελένη όταν παρουσίασα στο Μουσταΐμ, находим се во очень сложной ситуации. Мы очень хорошо знаем нашу историю. И мы прекрасно отдаем отчет себе в том, что проблема демографии всегда была у нас проблемой номер один. Потому что народ, который так сильно пострадал в 19 веке, так сильно пострадал в 20 веке, и с таким трудом завоевали независимость, мы обязаны нашу землю оставить нашим детям и внукам. Поэтому мы ни в коем случае не должны даже ставить вопрос о том, чтобы вновь заселить Абхазию иностранцами. Мы хорошо знаем, как обернулось для нашего народа эти события. Вот несколько человек мы сегодня утром составили текст, если вы мне позволите, это представители научной и творческой интеллигенции. Это человек 15 пока, но подписи продолжается. Если вы мне разрешите, я этот текст оглашу. Обращение представителей научной и творческой интеллигенции Абхазии к депутатам Народного собрания парламента Республики Абхазии. Уважаемые депутаты, в Абхазии продажа недвижимости иностранным гражданам и лицам без гражданства неприемлема. Это прямой путь к массовому заселению нашей страны и утрате государственности. Наш народ уже проходил через эти испытания. Лишь победа в Отечественной войне Абхазии позволила сохранить абхазский этнос на абхазской земле и восстановить государственной независимости Абсни. Сегодня вновь активизировались попытки узаконить замещение коренного населения новоявленными претендентами на наши земли и имущество. Граждане Абхазии, памятуя о невосполнимых утратах в борьбе за свободу и независимость, широким фронтом выступают против неоколониальной политики. В частности, 15 апреля с этого года парламент представлен законопроект о введении мораторий на продажу недвижимости иностранным гражданам, автором которого является Алмаз Джапуа. Мы пока не можем утверждать о прямой взаимосвязи, но буквально на следующий день был взорван служебный автомобиль парламентария. Генеральный прокурор сообщил, что террористический акт совершен с применением радиоуправляемой бомбы. Мы обращаемся к вам, уважаемые депутаты, с призывом пресекать любые попытки узаконить продажу недвижимости иностранным гражданам, вследствие которой неминуемо изменение конституционного строя Республики Абхазия, ликвидация абхазского государства и исчезновение абхазского этноса. Будьте уверены, вы представляете народ, который не допустит очередной национальной катастрофы. Спасибо за внимание.